Жанна Владимировна, наш финансовый консультант. Василий Романович. Менеджер по продаже. Красивый. А давай сегодня вечером сходим куда-нибудь. День рождения твой справим. Хорошо, давай сходим. Тихо в нем я открою дверь, никого не жду, мне теперь не верь, больше не приду. Я вчера не в нашу кафе приезжала, смотрю, там люди какие-то сидят. Я подумала, пусть сидят. Мы же с тобой не против, да? Ну и рожа у тебя, Ионов. В смысле? Да красивый ты, Вась. Мне тебя очень хватает. Я очень тебя люблю. Не упасть ни тебе, ни мне, и не унесла тихая вода. А с чего ты взял, что сегодня-завтра все закончится? Может, нам здесь еще полгода сидеть? Вот приказ придет, тогда и ясно будет. Ты без правил, ты так не смогла бы. Капитан-лейтенант Ионов покинул расположение базы самовольно. Сбежал он. Ну зачем? А ты посиди год без родных, а я тебе потом задам этот замечательный вопрос. Зачем? А ты женат, Вась? Дети? Нет, пока. Хороший муж из тебя получится, отец. Да тебе под трибунал отдать надо. Отдавай. Собирай, ребят. У нас заминировано здание холдинга. Был похищен главный финансовый консультант. Предположительно, ее удерживают в одном из зданий холдинга. Разрешите участвовать в операции? Батя, в порядке. Уверен? Абсолютно. Сотрудники